Добрый день, друзья. Здравствуйте. Сегодня у нас самое... Оп. Опа. Давай. На, бери. Самая большая распаковка. Сегодня там в 5 утра, да? Да. Ты получил... Вот такую привезли с... Ростова, так. Пункт отправления Ростов-на-Дону. Угу. Привезли автобусом. Ты аккуратненько ножик. Вот. Опа. Одну. Давай я, наверное, буду. Давай ножик. Тебе не нужен. Подожди, сейчас мы посмотрим. Раз, два, три, четыре. Это шесть. Шесть. А ты его, Люся, ты его туда зашибай, этой хабой. Все. Так, давай. Открываем. Первую смотрим. Степашку пришлось. Что это? Люся, что это? Люся сейчас зубами будет рвать, ты понимаешь? Я не вижу ничего. Скажи, это не важно. Скажи, папа, чтобы ты видел. Главное, что я вижу. Ты посмотри. Люся. Такой большой мешок, скажи, мне точно надо, понимаешь? Вот, вот точно надо. Что это? Что? Степка сидит. Да. За пазухой так спокойно. Люся, ты понимаешь, ты больше... Ты уже не понес. На улице распаковывай. Люся. Дай ножичек. Не-не-не, подожди, аккуратненько. Ты какие конфетки. Скажи, бараночки. Я сама возьму. Это что, целый такой огромный? Люся. Скажи, я буду дальше распаковывать. Подожди, мне кажется, там что-то еще. Или это целый вот такой целый, большой? Да. Нет. Оно, там, а, там тоже сушка. Да. Это целый. Чтобы, я так понимаю, чтобы хватило всем. Меня только интересует письмо. Отодвигай. Дальше. Люся такая, скажи, в такой баррикаде. Я еще... Так, от кого? От Павловой Ирины Ростов-на-Дону. Угу. Да, Ирина. Спасибо. Люся, давай ты наверх. Давай. Ой, у тебя ты усы подадут. Давай вот сюда поставим. А это тоже от Павловой? Это все, я так понимаю, от одного человека. От Павловой вот Ирины. Эту, Люся, давай вот это. Попробуем открыть. Иди сюда. Ну, давай, Люся, мы разрезали. Давай. Все посылки... Я даже и не знаю, друзья, что это вот все. Ух ты! Один человек прислал. Ирина. О, самое вкусное. Самое вкусное. Фрутоньер. Пусть ест. Отпускай ее. Она сейчас продлит. Так. Я даже... Смотри, тут и кружечки деревянные. Ой, смотри, с какими ушами. У меня такие посылки, это уже к Пасхе. Вводят в ступор. Друзья, вот честно вам могу сказать. Так, надо как-то... Люська вся... Вот, подожди, это, наверное, нет, это пакет. Это, наверное, всем расфасовать. Нужно человек обо всем абсолютно подумал. Так, подожди. У меня жар дает. Да меня как бы тоже, меня вообще даже такие посылки вводят в ступор. Ну, друзья, ну зачем так? Больших коробок. Много. И всего. Смотрите, такие, вот такие, это я понимаю, Ангелине, наверное, с Королюшкой. Такие красивые. Там и блюдечко. И ложечка. Люсь, не ешь. Пожалуйста, ты же разгрызешь. Люся, пожалуйста. Веди себя прилично. Калиночки. Будь счастлива, расти здоровой. И точно такой же подарок с зайками для Ангелюши. Люся, идите. Так, это, я так понимаю, нам с тобой. Большие кружки. Люсь. Это пасочки. О, еще одна фрутоняня. На, и этому дадим. И этому дадим, я...
Это тоже что-то. Это такие конфетки. Я такая... Давай, Вать, отставляй. Это маленькая... Маленькая посылочка. Ой, Таня. Люся. Что? Ну что? Фу-то, няня у тебя на голове. Нету, нету. Не пугай меня. Я тебя умоляю, Вадя, тебе... Так, мы переместились. Потому что очень неудобно. Люся. И туда, и сюда. Так, вот это одежда. А подарки такие большие. Это одежда для Люси, я так понимаю, потому что розовый пакетик. Побольше. А это одежда маленькая. Посмотри, какая. Для Степки. Люська, так, какой Степка, до свидания. Это Люська уже мамка. Это ее. Так, подожди. Это награда, лакомство для собак. Это, я так понимаю, тоже. Так, то есть это все вот тут для животных. Колбаски, миланские, лакомства для собак. Люся, ты у нас почти собака. Это для попугая. Это косточки, которые они делили в прошлый раз. О, это куриные лапы. Тоже и вот. Награда тоже куриная. Не-не, ты назад тоже будем складывать. Угу. Это влажные салфетки. Так, это у нас лакомый кусочек, сушеное лакомство. Люся, иди сюда. Для собак. Люсь. Ничего. Так, это у нас на. Тут тоже. Ну, придет, куда наденется. Это колбаски для собак. Это вы, Ирина, с расчетом, что у нас еще кто-то появится. Угу. Это для кошек. А, кстати, да, это уже... О, Степка. Это для кошек. Ложи вот те лапки сюда. Люська такая сзади по траве. Оба, скажи так, что делят? Скажи, пока... Ой, уже пюрешка вся облилась. Ну, давай, серия номер 2. Зато мы прикроем эту посылочку. Это я все потом... Аккуратненько покладу. Такая милая. От меня тебе букетик. Хоть пакет. Люся, твой розовый. Понимаешь? Люся, это не тебе. Ложи сюда. Быстро называется, сказать, запечатывай. Только быстро. Так, давай сюда вниз. Возле меня. Люся. Ты... Посмотри. Люся. Так, снимай, потому что ты сейчас будет. Иди ко мне. Вот уж мелочь пузатая. Люсь, ну, сама. Давай. Ага, вот так, то есть мы не умеем. Мы все неправильно делаем, да? Ты хочешь сказать? Ну. Давай. Да. Ой, это сейчас то, что с чем она пойдет. Сразу. Все. Ой, Ирина, вышла. Да. Овсяная кашка. Курага. Степка и то весь разнервничался. Курага. Изюм. Венские сливки. Папайя, бананы. Так, это там до конца, это бублики, не достаем. Смотри, о, миндаль, Люшкин любимый, Влада. И орешки. Фундука. Целый килограмм. Положили на место. Так, фруктовые постилки. Степочка, держись, вот мой мальчик. Бананы, молочный шоколад, какие-то трубочки, сушеные бананы, Люсь. Скажи, это все мое, что вы делите? Это
Ангелине. Это тоже Ангелине. Это капучино, хороший кофе. Это мне капучино. Детский сувенир. Пусть берет. Детские сувениры, конфеты. Второй пришел. Это печенье итальяно. Так, фруктовые постилки. Ну, я тебе, Вадик, хочу сказать одну вещь. Только что, ты не обижайся. Да, только ты не обижайся. Что хейтеры после таких посылок нам напишут очень много интересного. Ты понимаешь? Что-то мы придумали. Так, давай закрываем. Убирай капушню. А потому там, что... А это я... Это то, что он Ангелине. Это я... Тоже? Бананы сушеные ей хочется. Ты посмотри, как он хоть чем-то. Подожди, подожди, подожди. Давай правильно закрывай. Хочет. Так, что такое? Скажи, что значит? Не надо закрывать, скажи. Не надо. Люся, выходи. Люсь, я понимаю, что ты в сладком домике. По-другому это нельзя назвать. Так, нет, я, наверное, сейчас отнесу эти коробки. И тогда будем распаковывать следующее. Да. Так, я унесла коробки, и остается две, друзья. Люську пока отвлекают сушеными бананами. Вяленые. Ой, какая тут красота. Люся, Люся, я сказала, отвлекают. Люся, я говорю, отвлекают вялеными бананами. Тут какая-то красота. Так, это у нас... Питание с овсяными хлопьями. Люсь, не рви, пожалуйста, пакетик, а? Это, наверное, кому-то. Ладненько, ну, достань, потому что, мне кажется, это кому-то. Все, села. Скажи, никто ничего доставать не будет, это мне. Оп, вот открыточка, это для кого-то. Самой доброй семье Зубковых, людям с золотым сердцем и чистой душой. Так, мы дальше читать не будем, потому что там... Ну, все. Это мы передадим, да. Угу. А это оттуда? Нет, я думаю, салфетки это нам. Ой, MM Dance очень любит Ангелюшка. Угу. И да. Такая для на Пасху, для вот всяких вкус. Люся, оставь в покое. Да. Так, ну это она уже спрятала. Скажи, это я на завтра спрятала. Бананы на сегодня. Да. Ну, Люся, давай, открывай. Давай. Давай. Сама. Последняя посылочка. Да. Люся, я тебе могу сказать одно, что таких посылок и таких подписчиков не знает ни одна обезьяна в мире. Это однозначно. И, друзья, я сегодня просто увидела, показывала Владу. Значит, ну, я все понимаю, очень много сейчас каналов про обезьян, прямо пачками, 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 да, но сегодня прямо мы получили удовольствие, потому что отзеркалили, ну, удовольствие со знаком минус, да, потому что, ну, все-таки это не совсем приятно, но просто люди от непонимания, значит, попался нам канал какой-то про обезьянку, и что я вижу? Обезьянку зовут Степашка. А собачку, которая живет, значит, там у них зовут Люся. И вот в названии, значит, Степашка пошел купаться. Там канал создан давно, но всего 5 дней там, по-моему, выпускается видео. То есть явно, ну, настолько отзеркаливание. Я просто к чему это говорю? К тому, что люди не понимают, что можно отзеркалить что угодно. Канал. Название, да, и сразу понятно, что там что порядка 90 тысяч просмотров, потому что люди думают, что наш Степашка пошел купаться. Но наших подписчиков не одурачить, не отзеркалить невозможно. Люди, не ведитесь на это. Это я тем, кто делает каналы. Делайте что-то свое, будьте первыми, будьте единственными, будьте неповторимыми.
не делайте, не зеркальте. Это ни вам не принесет, потому что люди все равно придут, да, посмотрят и уйдут, если неинтересно. Да, может быть, у вас интересно, и кто-то останется. Назовите животных по-своему. Делайте свой уникальный контент. И вот Люська и Степка вам показывают на наших каналах, что если у вас интересно и необычно, то люди придут и подпишутся. Но не из-за того, что вы назвали там Степка или Люся, а из-за того, что интересно. Это такое маленькое отступление. Давай, Люся, Люся, Люся. Поэтому я говорю, что у нас вот ни у одной обезьянки в мире нет таких подписчиков, как у нас. Я это всегда понимала. А Люся, так, тут пошли коробки. Люся, Люся, она печенье. Она знает ее любимое печенье. Это нянька, да. Она знает. Вот смотри, она взяла все, что она любит. Изюм, бананы, манго, фрутоняню, печенька. По-моему, сливочное, с лесным орехом. Так, это у нас с наилучшими пожеланиями, это конфеты, я так понимаю. Это тоже с наилучшими пожеланиями, тоже подарим Ольге Ване и Леокадии. Сливочная помадка. Все, естественно, друзья, мы делим. Я не, уже объясняла, что не показывала, потому что люди стесняются. Ну, вчера опять отдавали Ольге Ване вкусняшки. И она говорит, за что мне? Мне неудобно, я ничего не делаю. Говорю, вы уже свое все сделали давно. И продолжаете делать. Точно так же воспитывать малышей, поднимать и помогать нам. Так, салфеточки. Это тоже кофеек. Еще один кофеек по-гречески. Кофе вишня в шоколаде. Вадя, ты станешь кофейным гурманом. Это я тебе точно говорю. Твои любимые казинаки. Кофе ирландский крем. Люся, вот я понимаю, что ты выбираешь именно то. Рахат лукум. Шемель клюква в сахарной пудре. Шармель, зефир. Ольга Ивана очень любит с ароматом ванили. Пастила клюквенная. Леденцы с фруктовый микс. Люська с Владом. Пастила клюквенная. Пастила с ванилью. Ирина, вы вот в прямом смысле называется искупали нас в подарках перед Пасхой. Не только, я имею в виду, не только нас с Ладом, да, понятно, что все это поделится, и Виктору, и Ольге Иване, и Леокадии, и всем-всем-всем мы передадим от вас самые теплые пожелания. Мы передадим от вас подарки. Я объясняю людям, что через эти подарки и девочкам на входной группе, через эти подарки люди показывают и поддерживают, показывают то, что им нравится, что происходит в Тайгане. Им нравится отношение к животным, и они просто хотят таким, ну, это я так воспринимаю, таким макаром выразить свою радость и доставить радость всем работникам Тайгана. Вот как у вас вкусы схожи, а? Вот я уже давно обратила на это внимание, что вам с Люськой нравятся одни и те же вещи. Папа, папа, папа. А Степка, Степке что, тоже дали? Нормально. Сам. Где ты взял кусочек? Упала. Казинаки. И главное, лапкой держит. Ты посмотри, рукой держит. Да. Скажи, посылка и подарки. Вадик просто уже лег возле подарков. Так, Люся, не... Ой, у Люськи трюселя чистые, как гойные ручки. Я сам чистый. Ну, мы с тобой... Так, ты, Вадя, лучше поднимайся и ее забирай. Добрый день, дорогие друзья, еще раз. Не увидели мы сразу письмо. Вот от Ирины.
которая прислала нам такие замечательные подарки. И вот сейчас хочу вам прочитать, нашла его. Здравствуйте, уважаемая Татьяна Викторовна, Владислав Игоревич. Я ваша подписчица и с удовольствием наблюдаю за развитием ваших питомцев с ваших съемок. Как хорошо, что такие, как вы, им по жизни попались. Счастливые ваши питомцы. Я просто желаю вам здоровья огромного, чтобы была всегда возможность помогать таким милым малышкам. Вы просто молодцы. Сколько счастливых минут даете детям, да и взрослым тоже посмотреть. Пусть даже по съемкам этих очаровательных маленьких. Пусть они будут здоровы. Огромная благодарность Олегу Алексеевичу и его семье за создание таких удивительных парков. Дай Бог им здоровья и еще на все его проекты будущее, если они есть у него в задумке. Таких семей, как Зубковы, очень редкость. Некоторые даже людям не помогают, не только животным. Пусть эта семья будет примером для других, которые могли бы тоже что-то для людей создать. Я не была у вас в парке, но очень хочу. Как только будет возможность, мы посетим ваш парк. А пока я шлю вам угощения для малышей и других питомцев. Надеюсь, им понравятся эти угощения. Татьяна Викторовна, я шлю подарки тоже Семеновская хохлома вашим внучкам и вам с мужем. Остальное все можете на ваше усмотрение. Всего-всего вам доброго. Основное здоровье. С уважением, Ирина Владимировна Павлова. Еще раз, Ирина Владимировна, спасибо вам огромное за такое доброе сердце и за такие замечательные подарки.